И вот здесь у нас есть. Обычный силикатный клей? Нет, это не силикатный, это белый клей. Силикатный это для слизи. Покажи. Да. Ну вот, белый клей, видишь? Угу. В середине там есть. Ставим. Смотри, мерный стаканчик. Нам надо налить 20 миллилитров клея. Вот видишь, где 20? 2-0. Угу. Ставим стаканчик. Наливайте. Только смотри, что ровненько 20 миллилитров клея. Может быть, ты будешь смотреть? Да зачем ты снимаешь? Вот же у тебя носик специальный для наливания. Угу. Вот через носик лей. Носик не разрезанный, наверное. Нет, он даже не снимается. А здесь я пробочку, он пустой. Его, наверное, помешать надо. Он уже сам изначально слай. Бульк. Он уже сам изначально слай. Ты его хотя бы перемешай, мам. Он уже загус. Разрезать надо коробочку. Не, он уже загусший. Это обычный ПВА? Наверное. Возьмите тот ПВА, который у вас есть. Не, он испорченный клей. Давай. Мама, если что, давай вот этот попробуй. Пожалуйста. Вот, попробуй вот этот. Вот, горячий. 20 миллилитров клея. Нужно разбавить 10 миллилитрами воды. Да? Вот. У меня есть пустой стакан, потому что я только стакан. А я не знаю, горячая, холодная. Сейчас я тебе наберу. 10 миллилитров теплой воды. Кирусик, а ты поздороваться не забыла? Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня мы делаем слайм. Какой, покажи. Слайм Человека-паука. Вот такой. Помешать надо. Хорошенечко перемешивай, чтобы получилась однородная смесь. Я перемешиваю. Ой, он не тянется, мама. Это же еще не слайм. Смотрите, можно сделать матовый цветной. Тогда надо добавить просто краску. Если мягкий эластичный цветной слайм, надо добавить краску 10 миллиграмм кукурузного крахмала. Цветной матовый с фишками, краску и фишки. Какой будем делать? Там есть голубой? Да. Ой, здесь фишечки есть. Давайте делать с кукурузной мукой. Кукурузной мукой? Матовый. Нет, не до... давайте вот еще так... нужна чайная так. Ложка. Давай так. Хорошо, я сейчас принесу. Значит, вам понадобится кукурузная мука. Да. Ножницы. Хорошо, сейчас я принесу. Так, вот мне. На. Ножницы как надо подавать маме? Аккуратненько. Ручками вперед. Угу. А ты даешь как? Ручками назад. Это же неправильно. 10 грамм крахмала, а здесь 30. Одну третью часть. Ну и третью. Как говорится, на глаз. И тщательно все перемешиваем, да? Подожди, подожди. Все надо, да? Нет, не все. Третью часть. И будет он красный или синий? У нас будет вот такой вот, да, мама? Мы можем оставить белый, если хочешь. Я не хочу. Я хочу вот так красно-синий и черненький. Не, один какой-то цвет давай. Один? А потом другой сделаете в следующий раз. Давай. Клея-то у нас много, да, мама? Активатора у нас немного. Перемешивай, Кира. Можно и я? Перемешивай, да. Я пока отмерю с
следующую. Следующую кого? 30 миллилитров воды. Есть 30 миллилитров воды. Как раз. Так, переливаем назад в стакан. И замешиваем активатор. Половинку чайной ложки активатора. Ты так сядь, чтобы папе было видно, он же снимает, как вот ты делаешь. Я вот перемешиваю сейчас. Покажи, как ты перемешиваешь. Да. До однородной массы? Да. Я будет черненький. Ты хочешь черненький? Да, я буду черненький. А почему не синенький? Нет, с красненьким? Давай красненький лучше. Красненький слишком яркий. Ну хорошо. Краска тоже засохшая. Уже давно слайм лежал. Покрасили? Не покрасили. Это не так-то просто, я тебе скажу. Почему? Ну, потому что краска тоже подсохшая. Вот, друг, давай вот этот попробуем. Это просто какая-то масса, да, мама? Сни это с ней. Вернее, помогите, скажите, как растолковать. О, я там... Размешивай аккуратненько. Вот, вот так вот. Это вот, пол, да. Чайной ложки от сахара. Будем надеяться, что да. Надо до однородной массы покрасить в красный цвет. О, красится. Красится? Угу. Класс. Давай я тебе помогу, ты пока активатор размешивай. Угу. А мама у нас будет размешивать краситель. Я делаю активатор. Ой, мама, у тебя уже красится. Сколько там мешать вообще? Чтобы получилось однородно все. Поставь, а то разольешь. Да не разольешь. Сюда поставь. Нет, не разольешь. У мамы глянь, какой уже красненький получается. Ой, мама, у тебя краснючий. А у меня белый, немножечко красненький получается. У меня же красная немножечко палочка. Угу. Вот так у нас получилось. Хотите сделать слайм? Да. Мама там сейчас не слайм. Красивый, да? Я хотела бы черненький. Ну, такой. У нас розовый получился, да, мама? Ну да, такой. Приятно розового цвета. Ну что, если у нас здесь получается 30 миллилитров, значит, этого надо налить 10 миллилитров. Подержите палочку. Нет, 6 получается. 1 к 5 же надо делать. Так. И размешиваем. Ну, должна получиться магия. Фу, вообще никакой, да, мама? Ну, давай уже одну палочку вытаскивай. Он превращается в слайм. Превращается? Убери палочку. Он, правда говоря, и превращается, но он может руки измазать, да, мама? Это уже какое-то желе, да, мама? Ты довольная? Оно хрустит, я не хочу такое. Почему? Это же настоящий слайм. Подожди. Он покраснел еще. Покраснел, но не так. Слишком сухой. Его надо там водичку, да? Это же не водичка у вас, это же отвердитель. Вам надо водички принести? Нет. Вон. По-моему, мы все испортили. Что это такое? И сиди, играйся.
разминай. Фу, он гадкий. Фу. Не, я такой не хочу, я не такой не хочу, я не хочу. Он рассыпается. Надо было без крахмала делать. Не хочу такое. Он рассыпается. Зато мама наигралась. Ну что, пробуем еще раз? Ну давай. Ты там оставила маму? Ну надо тогда принести еще воды. Папа, еще салфеток. Так, делаем слайм дубль 2. Да? Здравствуйте, мои дорогие зрители. Мы сегодня опять делаем Кира слайм. Мама, давай тебе на этот раз черный попробовала. Конечно, у нас же красного уже не осталось. Ну да. Поэтому пробуем черный. Мы теперь прочитали инструкцию. Да. И знаем, как надо. Ну, мы еще не хлюпайте воду. У нас уже все готово. У нас клей более густой, чем теоретически он должен быть. Может добавить сюда не 10, а 15 миллилитров воды. А давайте. Давайте, а что, можно? А что, так можно было, да? Угу. Можно я пока это возьму? Не надо там лазить этим. Ковыряй в крышечке. Зачем? Хочу поковыряться в крышечке, там же тоже есть. Так, вот у нас есть 20 миллилитров, да? Выливайте. Добавляем 10 миллилитров воды. Надо 10, да, но я предлагаю больше. Хватит, хватит. Потому что у нас клей густоват. Хорошо. Давайте тогда. 15 пойдет? Да. Все, все, все. Хватит, хватит. Хватит брать. Вы меня вымазали, дайте мне бумажечку, салфеточку. Я в крышке ковыряюсь, я в крышке ковыряюсь. У меня слайм есть. Ты помогаешь делать? А что мне делать вообще? Давай я закрою крышечку. Размешивай с мамой. Перемешивай. Не-не-не-не-не-не. Давайте теперь хотя бы синим попробуем. Так, аккуратно с ножками. Синенький попробуем? Да, синенький пробуем. Чуть-чуть надо, наверное, красителя, да? Все. Давайте я помогу. Разминай. Вам. Давай. Я разминаю сама. А кукурузу не будете добавлять? Крахмал кукурузный. Может быть, треть это много, пакета меньше добавить попробовать. Надо добавлять меньше. Может, давайте не будем добавлять? Тогда слизь получится опять. А слизь у нас есть же. Я же хотела жвачку. У нас уже зеленый получается, да, мама? Просто. Где зеленый? У нас сначала на зеленый было похоже, а теперь уже синее. Да? А куда его добавлять будем? Вот сюда. Вот. Подожди, мы сначала краску размешаем. Так вам будет проще размешивать? Нет, нет. Краску сначала размешать. Колдуй, бабка, колдуй, детка, колдуй, серенький вид, метка. А ну-ка, убирай палочку. Я посмотрю. Замечательно, когда карантин. Делаем, что хотим, да? Да. В садик ходить не надо, да? Угу. Убери палочку. На улицу я нельзя, же не вижу, да? Ничего. Угу. Ну и ладно. Ой, мама, на зеленый. Давай, папа, чуть-чуть. Все. Еще? Хватит. Вместе. Теперь моя очередь, ты в прошлый раз мешала. Убирай, я хорошо перемешаю. Я тоже хочу. Держи. Ты в прошлый раз мешала. Ты будешь слайм мешать. Волшебная жидкость для слайма.
Уже красненькое, это чего? Да. Сейчас будет у нас синючее. И? Разольешь. Я ее помешать, можно? Чтобы... Не надо там. У тебя же клей на палочке. Аккуратно разольется. Он уже в той смылся. Все готово? Так. Подготовим рабочую поверхность. Если у нас здесь 35 миллилитров, угу, а нам 1 к 5 надо. Угу. Вот этого должно хватить. Думаешь? Да. Давайте. Магия! Сейчас посмотрим, что у нас получится, да, мол? Синенькое что-то получается. Да, синенькое получается. Водички добавить? Нет, тут и так вон жижа еще осталась. И у нас что-то опять не получилось. Но продали испорченный слайм? Блин, какой насыщенный синий цвет. Угу. Будешь таким играться? Сейчас попробуем, как мама посмотрит. Мама экспериментирует. Ну, скажем, на ощупь он не приятно, он разваливается. Опять! Его надо просто замешивать постоянно. Ну, а я что делаю? Ну, он рвется, видишь? Он рвется. Вода есть, а он рвется. Может быть, клей другой надо? Как воздушный пластилин, вот испорченный. Мам, мы кое-что забыли. Попробовать вот этот клей, ихний? Да. Мама, мы забыли специальную шипу. Вот оно там у нас в воде. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Сегодня вы опять третий раз. Смотрите, как ты делаешь слайм. Мультик Киви. На Кира Киви, да? На мультик. Что-то у тебя каждый раз твой канал называется по-разному. Такое не бывает. Вообще-то у меня каждый... Он уже активированный. Готовый слайм. С ним ничего не надо делать. Только бы еще... А ты его кидай сразу сюда. А то потом выколупывать его оттуда. Там специальный клей какой-то. Давай сюда. Ну нам же надо отмерить 20 миллилитров. Это где-то приблизительно 20 миллилитров. Это сопли какие-то белые, да, мама? Это меньше 20. Надо еще добавить. И еще, да сколько уже можно-то? А, выдави сюда чуть-чуть еще. Ой, фу-фу. Мама, у нас синяя краска еще осталась? Да. Разольешь. Ой-ой. Сейчас ты нам сделаешь. Ты напукал? Ну, папа напукал, мама. Нет, это слайм. Это слайм напукал. Слайм не умеет пукать. Хватит. Еще чуть-чуть. Фу, вот. Можно я его потрогаю? Крышечку дайте, пожалуйста, коллега. Смяк? Дайте, пожалуйста, крышечку. Вон лежит. Какой цвет будете делать? Синий или черный? Попробуем уже синий доделаем, да? Ага. А потом будем экспериментировать с черным. Да? А потом у нас уже все закончилось. Давайте попробуем без крахмала в этом. Давайте. Раз. Это другой клей просто. Водичку. Подожди. Подожди, вот, померяй. Зачем? Я же знаю на глаз. Глаз алмаз. Это глаз алмаз? И краситель сразу, чтобы вместе все размешать. Оно вообще не размешивается. Размешивается потихонечку. Вот смотри, давай. На. Дай мне. Подожди. Мама в прошлый раз мешала, напоминаю. Я ей ни разу не мешал. Открывай. А я вообще ни одного разика. Это моя очередь. Младшим надо. Короче, мы не рекомендуем покупать слайм в Ашане.
Занятие для целой семьи. Почему не рекомендуете-то? Для целой семьи, кроме бабушки. Вот. И пожаловаться некому, да? Ой, синий получается, да? Угу. Вода у нас синяя получается. Можно я помешаю? Подожди, тут видишь, клей не размешивается. Размешивается, потому что это клей, а не пена. Ладно, у меня еще одна идея, как можно сделать слизистый. Как? У нас есть прозрачный клей. Давайте пока с этим разберемся. Ладно, сейчас вот этот фарфоровый, и уже будем прозрачным клеем пробовать, да? Там не смешивается. Ну ладно, заливаем отвердитель на глаз. Так нам отвердитель еще нужен. Немножечко давай. Да, немножечко. Можно? Можно я уже перемешаю. Подождите. Ты прошлый раз мешал. Не кричи, пожалуйста. Ты ж видишь, оно все равно ничего не вышло. И в прошлый раз, и в этот раз не вышло. Скоро уже будет четвертый раз, да? Угу. Как не вышло. У меня уже клей на этих пальцах. Что-то мне это напоминает. Будешь таким играться? Не. Это не слайм. Это шлепка, да? Давай сюда шлепку. В мусор. Очередной мусор. Опять. Очередной. Давайте прозрачный клей у нас есть. Несите нам прозрачный клей. Вон он стоит в уголке. Привет. Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вы четвертый раз смотрите Кира Андреевна. Делает. На мульт киви слаймы делает. И... Разольешь. Ну, делаем, уже четвертый раз делаем. И никак все. 20 миллилитров этой шмякли. Ее не открутишь. Кира, ты разольешь сейчас. Ладно, я не буду мешать вам. Не снимается он. Он не снимается. Дай мне плоскогубцы там лежат. Там где? Вот здесь, да. Мы делаем... Мы вот сейчас вот делаем... Кира, ты сейчас разольешь. Ты стол ногами. На, пока вот это в мусор унеси. Хорошо. Давайте ее будем, это будет наша мусор. Смотри, он не скручивается. Нет, он не скручивается. Ну, значит, у нас с вами не получается. Жаль. Что самое интересное, шарик тоже не крутится. Присох. Это нам мешало, да? Конечно. 20 миллилитров клея. Это уже собственного приготовления, да? Шмурдяк слайм. У тебя пузырьки вверх хлопают, да? Кира, как вам такой слайм? Класс. Класс? Неси черную краску. Ладно. Да не шевелите вы, я же сейчас разолью. Мама уже клея нанюхалась. Что нам делать только ради черной краски? Воду добавлять будем? Да. Только немножечко сделайте. На. Только немножечко сделайте. Или мы это уже смердяли. Нету. О-оу. Подожди. Подожди! 10 миллилитров. Стоп. Глаз алмаз. Глаз алмаз. Перемешивай. Перемешивайте. Наконец-то смыла. То, что было клеем. Давайте чуть-чуть добавим черной красочки. Как это, знаешь, дело было. Вечером делать было нечего. Мы не будем красочку добавлять. Ладно. У нас будет белый прозрачный слайм. Красочка у нас тоже. Кукурузную будете добавлять? Крахмал. Нет. Нет? Нет. Отвердитель? Давайте, подождите, знаете что? Блесток накидаем с моего тапочка. Да, у нас как раз есть, мы только их купили, помните?
Помните, мы их только купили в Ашане. Так, держите. Пузырчатый будет слайм. Да, пузырчатый. Мама, ты куда? Пузырчатый слайм будет. Как у меня там розовый слайм был, да? Да. Смотри, вон. Мама решила добавить песочка. Какого? Цветного. Вот эти вот, они еще в коробочке, помнишь, мамочка? Они еще запечатаны. Раздаешь. Так долго с ребенком мы никогда не занимались, да? Моя Оленкинская башня. Это Оленкинская башня. Какая? Оленкинская. Может, Олимпийская? Олимпийская. Вернитесь в кадр, вас дети заждались. Сейчас, ребята, сейчас. Я пока что уберу. Можно ли? О-оу. Что? Надо размешивать. Ой, дай я размешиваю. Мама, давай быстрее. Вот, глиттер наш. Кто-кто? Глиттер. Это глиттер. Я хотела другой просто найти. Не, ну не получилось, да, мама? Золотой давайте. Какой хотим, давай забавим, сделаем, да? Угу. Я думаю, что лучше вот этот. Кира, ты аккуратнее с ножками. Сиди. Упс. Убирай палку. Золотой. Хватит. Вау. Он блестит весь. Вау. Да, класс, да? Угу. Все, отвердитель? Нет. А тут еще, гляньте, сколько клея осталось. Да, я приглашаю. Ух ты. Ой, красненьких добавили. Золото-красные? Угу. Может быть, хватит? Сейчас мама еще один сделает беленький, сейчас нам будет. Мама решила всех добавить. Да, по чуть-чуть всех. Будет радужные. Да. Посмотри, папа, как красиво. Какая красота! Надо всем показать, как красиво это. Просто чудо. Да, сейчас еще один будет. Да. Скоро зелененький будет. Синенький. Пошли в ход. Размешивайте. Я сама. Тут и рассыпешь, они плохо открываются. Прям вообще. Да, уже вот синие пошли в ход. Сейчас будет еще один. Коронка. Больше зеленых. Отмеряйте. Отвердитель. Сколько там его надо? 1:5. Да. Ой, смотрите, как красиво! Просто великолепно. Хорошенечко размешала? Размешиваю. Вот, давай. Размешивай. Размешивай, все время размешивай. Размешивай. Слайм получается настоящий. Будто. Сейчас посмотрим, какой он. Блин. Блин, его же надо было 1:10 лить. Блин. Водички? Давай. Немножко. Это у нас желе какое-то опять, да? Слайм. 1:10 его надо было лить же на прозрачный слайм. Ну как, тебе нравится? Да, давайте водички добавим, что ли. Играйся. Ура! У нас он получился рвется. Четвертый слайм. Он рвется, да? Он рвется. Надо было в два раза меньше загустителя ложить. А-а-а. Давайте переделывать. Пятый раз. Да. Пожалей нас, спаси нас. Не могу, это просто у нас желе какое-то. С этим как играться, да? Да. У тебя же нормального слайма нет. Но зато смотри, сколько блесточек.
Да, видишь. Какая-то, а не слайм. Жижа какая-то. Ну, а что вы хотели? Карантин. Каждый развлекался как мог. Все, последний раз. Ты довольна? Давай, папа.